Еще чуток.
Еще не готово. Я больше не унесу. Привет! Счастье-то какое? Это хавронье было такое громадное, что в один присест сожрало бы весь наш урожай. Я так тебе благодарна, Маргавиэль. Взгляни, что-нибудь из этого тебе, надеюсь, подойдет. Увидим власть! Что тебе угодно? До встречи! Как дела? Счастливо. Нужна помощь? Береги себя. Привет. О, Маргавиэль. Привет, привет. Ну что, нашлось мое ожерелье? Мое ожерелье, оно нашлось. О, дорогуша, спасибо, спасибо. Вот, держи, это принадлежало моему мужу. Счастливая вещица. Он всегда так говорил. Если бы только он взял это с собой в последний поход. До встречи. Приветик. Томми Джо прочел мое письмо. Что он сказал?
Мне так стыдно, что приходится обманывать свою семью. Но я не могу отказаться от Томми. Благодарю тебя, Марковель. Как только подвернется случай, я выпью этот напиток и найду способ пробраться к моему любимому. А в дополнение к словам благодарности, прими это. Счастливо! Ну что, ребята, я думаю, здесь наше путешествие закончилось. Теперь нам нужно бежать на север. Там, где всегда зима. Гномы и дворфы тоже нуждаются в нашей помощи. В Альбанском лесу, я думаю, мы уже все сделали. Теперь нам только осталось гномы, а потом, я думаю, можно будет и к эльфам сбегать. Дела. Да пребудет с тобой свет. Сейчас мы-то доберемся до дворфов. И там, я думаю, на сегодня наш путь окончен. Я думаю, многие знают этот путь. Ну, может быть, не все, но многие, даже, можно сказать, большинство. Как добраться из Штормграда в... Ну,
Даже забыл, как он называется, в Стальгор. Вот, пожалуйста, смотрите. Что-то похожее на метро. Привет! Как дела? Эй, ты, стой, да. Заработать хочешь? У нас тут большая проблема с крысами, не хватает умелых рук. Что ты там болтаешь? Все, что от тебя требуется, взять эту флейту крысолова и сыграть подходящую мелодию. Они пойдут за тобой, хоть на край света. Но это лишнее. Ты просто поймай биток и принеси. Они нужны нам живы. Еще увидимся. Такое легкое задание. Чем могу помочь? Ха, хорошо сделанная работенка, молодец. Моему братцу они нужны свеженькими, чтобы приготовить из них котлеты. Удачного денька! Мой братишка Нипси занимается производством котлет из подземных крыс на том конце подземки. Надо, чтобы ты доставил этот ящик с крысами к нему, пока они не протухли. Так что давай, двигай. Ты ездила раньше на этом поезде, да? Это просто. Заходи, когда поезд пробудет. Наслаждайся поездкой. Главное, не высовывай руки, ноги. Это на всю жизнь. Жизнь. Вот опять опечатка. Коллега, останешься. Вот и ладненько.
Вот он, Сталькор. Так можно назвать подземный город гномов и дворфов. Ну, я слушаю.